Марат, так ты пропилил эти отверстия, да, в глазках? Выпилил эту деревяшку, да? Да. И что, сейчас решил бусинками восполнить? Сейчас я посмотрю, как попробуешь, получится. да? Вот нашел две бусинки. Тут у Марата коробочка со всякими драгоценными бусинками. Посмотрим, что это будет. А зачем ты дырочку Я сделал там? проверяю. А, входит ли бусинка? Да. Ладно, ничего, если что, я исправлю, все заново надо будет сделать. Ты знаешь, хорошо. А что ты забиваешь, Марат? Ты не будешь подклеивать? Нет, оно будет держаться, Ага. никуда не денется. Интересно, синеглазка получилась. Вот то, что они поблескивают, это очень приятно. Такой блеск, и там лучик в глазах есть. Да, сейчас Это красиво хорошо, получилось. да, она сразу ожила. Лучше, чем деревянное внутри темное дерево вставлять. Бусинки – это вещь. Красиво сейчас, классно. Класс, правда, класс. Замечательно, молодец, придумал хорошо. Голь на выдумке хитра. А это что еще? Птичка прилетела, на головку села, да? Это у нее украшение такое. Эта птичка никудышка. Никудышка, ладно. Не надо, она без птички, собачка хорошенькая, самодостаточная. Птичка уже, наверное, лишняя будет на день Да, рождения. под такие глазки, конечно, лишняя птичка. Все внимание на собачку должно быть, а птичка на себя внимание будет отвлекать зрителя. Да, вот И не увидим во всей какая красе эту. красивая птичка. Собачка чудо, Марат. Еще один житель у нас скоро появится Да. в доме. Житель на планете Земля. Давай рассмотрим мордочку поближе. Чудо, чудо, чудо. Вот так мы улыбаемся.